В продолжение экономической темы. Тверская область вошла в тройку регионов-лидеров по снижению объемов госдолга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Счетной палаты Российской Федерации. В сообщении отмечается, что объемы госдолга снизились в 49 регионах, в Верхневолжье почти на 33%, что является одним из трех лучших результатов по стране. Напомним, в нашем регионе ведется планомерная работа по сокращению государственного долга. Эта тема обсуждалась в ходе рабочей встречи президента страны Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени 30 августа. По словам руководителя области, более 3,5 миллиардов рублей, сэкономленных на обслуживание госдолга, выделено на развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктурных проектов, поддержку малого и среднего бизнеса и другие цели.